Я всех категорически приветствую, дорогие друзья, с вами снова я, Геймбэк, на этот раз уже выздоровевший, я на это надеюсь. Сегодня у нас на этот раз будет нормальный проект, даже немного старый, и это у нас, сейчас даже скажу, что, ну, может, некоторые не ожидают, но автор может тоже удивиться, но сегодня мы пройдем Аркаду 2.0. Почему не 3.0? Потому что хочу сначала 2.0 пройти. 1.0, точнее, я сначала хотел пройти, но за гейми 120 ее, я так понял, впихнул в 3.0, то есть я объединил. И в итоге 1.0 нету. У нас есть только 2.0. Поэтому у нас вот тут миссий, но оно, я так понял, с шрифтами, поэтому давайте я их сейчас выключу и вернусь. Итак, я ее, их, точнее, шрифты включил, вот как видите, все есть. И теперь название миссии нормально узнается. Ну что ж, давайте начнем. Пролог. Дворец The Gamer 120. Мир Дуума. Все так хреново в последнее время. Очков как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают, но его пускают кал. Вы почему вы так говорите? Есть же хорошие проекты. Есть, да мало. Мой это перевод краска, ковбоев. Ну а как же Парисловина, а? Вига, Микси. Да хрен это все. Славяна скучно, у Вига хреново, а Микси вообще отстой. Ну может хватит в эту Дум? Гиблое место. Не могу, идей много еще, да и они совсем загнутся без меня. А мы хотим что-то делать? Ну, почти. Скоро я доделаю концепт проектов и отправлю вам. Было бы хорошо, а то завод простаивает. Пока конкуренции нет, надо сделать проекты на Вирус и DLS OVM. Есть же проекты, почему вы такой самоуверенный? Вы думаете, это третий сортный шлак наших конкурентов? Не смешите меня. Сейчас всем заправляют новички, а проекты, ну скажем, говнище. Некоторые имеют неплохие проекты, но они имеют много проблем. Эх, надоедает дуром, но надо бы сделать проект прокопов. Вот бы русский, как говорить, у меня проблемы с этим. А почему они живут в небольшом домишке, а мы во дворце? Все просто. За проекты получил много денег, ведь он хорош. А их проекты были спорны. Ну а также нас спонсировал Максим. Спасибо ему за репутацию. Короче, если они там смогли что-то сделать хорошее, то другие делали редкостное говнище. И условия, в которых они создали, такие же, их дома ужасны, ведь денег у них мало. Да оцените, настоящая гетто-история, смотрите! Смотрите, по коронавирусу, он очень крутой. Я украинец и сделал пацаны Бриганска, зацените. Очевидно, все это дерьмо сделано на скорую руку и не представляет интереса. Ну а сам, кроме одного проекта, хоть что-то сделал, и то он для меня. Ну конечно, если я только один проект начну, я покруче, знаешь ли. Но все же, нам нужен проект с крутым временем, чтобы не загнуться. С чего это? На нас же все хорошо. Бля, зачем мы сюда пришли? Ну как же, мы пришли обсудить то, что у нас мало денег, и надо что-то делать. Вы платите нам чем-то, что скоро иссякнет, нужно задуматься. Вот бля, ну что делать-то? Мои идеи довольно долго делать. Нам тогда сделать простой проект, который всем понравится. Просто не со вкусом, что всем понравится как арк. Ну конечно, нам надо сделать аркаду. Серьезно, это не то, что нужно, слишком просто. Нет, надо делать аркаду 2.0. Он круче того, что обычно делают дроны как аркада, то с Блэк Джеком и историей. А вы уверены, не хочешь сделать мини-проект? Нихера, надо быстро сделать и хайпануть. Типа, самый веселый проект года. Все понятно? Или еще объяснить? Понятно. А мне что делать? Я вообще-то нанимал тебя как форманный из хаоса, чтобы не соглашался со мной. И по факту ты так себе выполняешь, что ли? Короче, иди домой. 28 марта. Начало создания Аркады 2.0.
Пару дней спустя. Выход Аркады 2.0. Сейчас домен новостей настолько мало, что выход этого проекта настоящее открытие, ведь оно не от украинца, а от 7-го человека. Приветствую пользователей, которые зашли сюда и добьем в такое время его Аркаду 2.0. Ура! Отлично! И вот у нас пролог закончился. Ну что ж, давайте перейдем к следующей миссии, а именно классические волны. Ну что же, добро пожаловать в Аркаду 2.0. Аркада 2.0 имеет много режимов, но самый первый – простые волны. Здесь вы, командир отряда, должны защитить склад дыр от противника. Конечно, задача непроста, но, блин, это же Аркада. Вы пока будете получать оружие, вроде много, но кто знает. Сейчас вы там, конечно, ничего не видите, но оружия вам хватит. Ну что же, пора начинать. Первая волна. Отразите первую волну военных. Ого, поехали сразу, смотрите-ка. Так, надо самых дальних сначала. Давай. О, кому-то хэдшот можно поставить. Ой, к нам проникновение, чуваки. Ау, застыл! Ну что делать теперь? Он застрял. Блять, а как мне его достать-то? А, вот, стой! Ага, а как мне этого достать теперь? Вот так что ли? Погодите, давайте я лучше, знаете, что сделаю? Смотрите, configuration, и я сейчас Dual Force подключу обратно, чтобы нормально видеть. И у меня тут... стоит Рэгдол. Давайте его я выключу, пока мы проходим эту модификацию, и я обратно включу Тену. Донфонс. Вот он, Донфонс. Вот так. Начнем новую игру, чтобы загрузиться. И загрузимся еще раз. Так, чтобы у меня просто не было проблем всяких, пока я прохожу миссию. Так, у нас пацаны к нам проходят. Так, нам нужно командира дропнуть, иначе проблемы будут. Калаш. А, этот дом так не включился. Вам. Ой. Ну что, просто не бойся, мне сказали, что нужно ждать недолго. Всего-то еще 4 волны противников, которые становятся опаснее и опаснее. Удачи. Ой, блядь. Тихо. Стойте, давайте вот из-за укрытия нам надо.
Вот тут некто хэдшоты ставит. Это ты. Там пацаны в трубе застревают. Тихо. Я... Беги, дебил. Издалека. Вот так. Тихо. У меня по минимуму хп, минимум, понимаете? Ай, тихо. О, блядь. Я выжил. Сейчас они довольно плотно, так что поаккуратнее. Так, все, мне дали опять фул хп. Давайте пухайте. Сразу. Опять там чел с обрезом был. Тихо, надо быть аккуратнее. Тихо. Игрока. Ты, конечно. Жирный. Опа, снайперка за... Блять, не успел забрать. Ну что, легко? Знаю, что ты криворукий, и ты подох уже достаточно. Представь, что они сейчас будут иметь дагбаши и не промахиваться по тебе. Интересно? Блять, пизда. Ну что ж, пора начинать. Мне сейчас пизда придет, пацаны. Пизда. Блять, они же попадают по мне. Ну, они не все имеют дебаши, поэтому... Ты тут за геймер 120 набрал, блядь. Пиздопол. Чё, блять, попасть не можешь, да? Чё, блядь, попасть не можешь, да? Всё. Ну что, блядь, чё не всё, готов к последней битве. Тебя тут много неприятностей, но все же, удачи. Мне интересно, давайте. Прям, командир, мы скоро прибудем, придержитесь за нас. Блядь, пизда сейчас начнется, да, я так понял. Блядь, наших уже мочат.
Блять, тихо. Забрать. Тихо. Тихо, за хилкой. И за броником. Тихо. Вот этого сначала. Блять, один мудак застрял. Но я его укинул. Блять, у него спас, пизда. Ну дебил, блять. Вот, это другое дело. Опять! Ебут! Пизда. Я практически продержался на самом-то деле. Практически. Но давайте засчитаем, что выполним. Дальше, пробиться в Сан-Пьеро. Интересно, что это. Ну что ж, в этот раз вам нужно пробиться к центру Сан-Пьеро. Город захвачен, вам надо его разбомбить. Помните, они везде, так что осторожнее. О, сейчас будет так. Ай, ебать! Ну вот этот музон, блядь. Так, идем собираем патрон. А, у меня только калаш. Но. Так, а, у меня тихо. Так, пацаны, готовься. Не мешай мне. Вот так. Да блять, стой ты на месте, ёбаный рот. Вот так. Все. Ну что же, вы добрались до первой точки. С помощью вот таких антенн вы можете передать сигнал вояку. Ваша цель добраться еще до двух таких антенн, чтобы разбомбить город.
Ну это ваши антенны, надо ставить щиты помещения, что вы и делаете. Ну что, готовы продолжить? Конечно, готов. Доберитесь до второго антенны. Слава богу, музыка кончилась. Я понимаю, что... Но она прям уши сильно. Ой, уже поехали. Хотя мы те звуки битвы будем слушать. Так, давайте с помощью его снайперки, наверное. Будем бомбить. Оп, тут юг есть, даже секретный спрятал. Молодец. Ну странно, некоторым... Блять, откуда? Некоторым хэдшот можно ставить? А вот. Блять, чувак, я тебя заметил, извини. Вообще, в этот раз я, кстати, без поддержки полей, так что я один, по сути. Эй, блядь, эй, блядь! Так ты куда попал, червячок? Тихо. Ай, блядь. Сука, тебе приятно, блядь, когда тебе дробовиком бегут в зад? Откуда? Агу. Попаду? Наверное, не попаду. Что, давайте снайпер. Ой, зесть. Вот, попаду. Бля, смотри, попадаю. Все. Эй, блядь, тихо. Ой, блядь, один калаш. Всё, третья. О, скорее всего, твои бесценные напарники давно пропали. Вот, держи. Остается последняя точка, и ты победил. Однако это будет нелегко. Готов? Конечно, готов. Убейтесь к центру. Вот и все, ребят. Сейчас финал уже будет. Ну, здесь я парень, почему долго. Если что, не обращайте, почему я могу бегать с звучным оружием, у меня просто скрипт стоит в своей сборке. То, что бегать с звучным оружием, как в Liberty City Stories. Вот так. Но я уже вижу. Вон он. Пипец, они живучие, только 4 выстрелов снайперской. Вздыхают. Ну, блять, меня ждут или чего? Не понимаю. Пришествие Иисуса.
Молодцы, пацаны, давайте. Топите тоже. Бронька. Так. Геи в нашей команде не место. Но я их не буду убивать. Да, отклон, я тем путем должен был пойти. Что страшно. Окей. Чем дальше, значит? Так, что у меня есть? Нет? Блять, куда ты бежишь? Ой, дебил. Они немного помогают мне. Это плюс. И плюс тут тактика. О, и здрасте. Ой, блядь! Я тебе сейчас. Дробовик этот, блядь, в жопу засуну. Блядь, да уйдите с дороги, я бы народ. Сука, как вы мне бесите. Ай, блядь, ебут. Стреляйте в него. Блядь, ну... Дебилы. В общем, да, я практически дошел до центра, поэтому я не собираюсь заново проходить. Украина апокалипсис. Давайте. Начнем дальше. Это он. Этих украинцев столько, что нужно их только уничтожать. Вы и ваш отряд должны выдержать атаку украинцев. Блять, вот. Это, конечно, не простых, а всяких бубуинов, патимов, вы с ними знакомы. Короче, все эти новичков вы должны на кол садить. Готов? Это не будет просто. Каждый из шкаляров жирный и опасный, справишься? Ну, конечно, перед шкаляром настоящий бабуин, его тоже на хрень, пусть из Риги. Давай, тикл, возьмем. Ну просто, блядь, вот сейчас происходит война и, блядь, шутки по украинцам. Пиздец. Нет, так не вариант. Вот, вот так вот. Сдохни, блядь. Но, возможно, ваши тили скупы и безданность этот травмы, но это веяло от бубуина. Но остается еще там центр. Готовься. Ну то, что Дигмана, с ним я хз, может украинец. Блять, я сегодня украинец. И с другой стороны, там, да, чего происходит. А ты что, остался всего один шкаляр, а он не просто. Он играет не по правилам, он возомнил себе 5 гранд, надо одолеть его. Так, ну что ж, Фатима, тоже высокая вероятность, что он украинец. Ебанулся он, блядь, гранд. Так, бежим, пацаны, бежим.
Ай, блядь. Наконец-то быстро закончилось. Просто прям невозможно комментировать, когда еще не блядь мысли. Там, блядь, что-то говорят, а лавлю нахуй. Блядь, пацаны, ну просто стрелять нормально, не косо. Или вы тоже бабуины? Я крайне осуждаю то, что вот я сейчас сказал. Это все ради шутки, пацаны. Опа, ссылка. Опа. Держи маслину, блядь. Поздравляю, вы победили украинца. Ну, а почти не. Опа, они наблюдают на самом деле. Они живы. Слава богу. Потому что мы им покажем. Мало не покажут, мы тебе обещаем. Короче, они что там были. Покажем, что такое. Но хотя бы от убийства я прошел до конца. Это очень радует. Дальше. Необходимость для скорости. Вот это гонка, я так понимаю, да? Добро пожаловать в необходимость для скоростей. Обзорчик всякого другого типа. Это типа убогая версия НПС GTA. Но вот что тут есть. Только в том, что ты проедешь 3 гонки за раз. Круто. Драг, спринт, и, конечно, круг. Начнем с драга. Удачи. Давай. Посмотрим. Приготовься. Поехали. Ну что ж, теперь круг пройди за определенное время и победил. Готовились. Поехали, круг, давайте, пацаны. Опа. Блять, а я успею выйти круг-то? Блять, что так резко-то? Блять, я не успею, все. Ебучие камни и, блядь, песок. А, мне время дали. Спасибо. Ну да, блядь, эту машину по песку, конечно, хуёво гонит. Так, так, вот так, вот, вот, вроде все это пока нормально. Блять, камни. Так, 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 так. А чё без предупреждений? Я ж не знаю, что там, блять, это. Поворот какой именно. Не, я не успею. Времени не дастся. Мне нет времени. Блять, я практически выиграл. Все, короче, я ее прошел. Я не буду затягивать, пытаться заново пойти. Все. Финальная битва.
Поехали. Ну что же, гвоздь программы. Сейчас будет самый последний игре. Какого черта произошло? Что это было? Это были мы. О, мы пришли. Ну, забив. Правда, что мы хотели... Правда, мы хотели, чтобы ты сдох. Вы серьезно? Это мой проект. Есть его. О, черт. Что делать, пацаны? У нас был план убить его. Но мы тоже платим неделанным. Мы сделаем прохождение проекта невозможно. Да, мы сделаем проект плохим, и тебе станут стирать. Окей, вот что. Из-за форс-мажора они являются финальными боссами. Победишь, проект пройдет. Удачи. Давай. В общем, команда неудержимые шкаляры. Настоящий бабуин убьет скукой без данной сенсорную руку. Фатим убьет только с мап-эдитором. Дигман, вирусный хайпажор, крайне опасен. Блять, а с чем мы будем сражаться? Еще ж бабуина. Блять! Да, видимо, шкаляры по-честному не играют. О, чёрт, не часы играйте вы, ребят. Чего это? Он просто потерял оружие и выиграл. Ладно, давай помогу. Держи миниган. Ебать. Что он сказал? Ебать, резня, блядь. К тебе пришла большая сила, но и большая опасность. Удачи. Это пиздец какой-то. Нет, какой-то пиксарец. Я уничтожу тебя. Пусть я один. Это понял, у него такие. Да, у него такие еще шкаляры. Блять, тихо. Ну что ж, Дуган, ты прошел проект. Поздравляю. Ну это было легко. Надеюсь, ты пользователь доволен, и тебе было весело. Всех этих недотворцев посадят в дом исправительную колонию. Ты поставишь плюс проекту, и все будут довольны. Удачи, пользователь. И... Мы типа прошли проект, конечно, ну не до конца, но я не хотел заострять вам внимание сразу. Так, загрузить, и у нас последний эпилог. Как же хорошо, а вы не верили, что Аркада 2.0 выстрелит? Неожиданно, но да, наш проект оказался очень хорошо оценен. Но все равно проект так себе. Ну да. Сейчас уволю, сука. Но сами же сказали же. Ну и тупой ты, нельзя проект говном называть, некультурно. Так что заткни рот. Сколько денег получили мы с проект? Верно же? Да, мы можем улучшить его двумя и делать два проекта сразу. Все очень хорошо. Да, и не говорите. Опачки. Привет, Макс. Зачем пришел? Привет. Слушай, я тут разобрался в жизни с проблемами, но теперь тут проблемы. Да, в общем, у меня нет денег. Дашь такую сумму? Так тебе нужно около... Сколько? Кажется, снова все будет плохо. Когда-нибудь, возможно, будет продолжение истории. Проект создан The Gamer 120. В проекте виднелись люди. Леон Крейг, или же Максим Шевелев. Дигман 369. Бакуин Рига. Фатим.
GTA One Love или Misery, или игры? Тарик или Тарас? Если вы всерьез думаете, что это все будет, то вы ошибаетесь. Он создан, чтобы заселить вас, и ничего более. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ну, что, ребят, могу сказать. Проект мне довольно понравился. Он классно сделан. Много перестрелок. Я даже вот в своем детстве, я вам честно скажу, мне было лет 8-9, я разобрался, как ставить Клео, как ставить моды. Вот, поставил дом, делал свои первые миссии. Вот, это было в году 2015, наверное, 14 примерно. Вот. И я пытался делать миссии, такие же, как подобие гоночки там, это все, но они не получались у меня. А здесь прям, ну, хороший очень проект. The Gaming Sudats. Вот я прям тебя респектую. Как только закончу запись, сразу зайду, поставлю тебе плюс и репутацию. Да. Вот. Я всем респектую накопиту, да, петучу. Да, наконец, правильно научился произносить твое имя. Виру 553, если я не ошибаюсь, и, ну, загибим 120. А на этом у нас все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. И...